Друзья мои, сейчас мне нужно, чтобы вы сделали одну очень важную вещь. Просто всего-навсего хлопнули два раза вот так. Раз, два. Я думаю, что у вас получится. Да. Задача только сделать это всем вместе, одновременно, и всего два раза. Чтобы одновременно сделать, это очень легко. Я вам подскажу, я вам помогу, я вам посчитаю. Я буду считать до семи, мы хлопнем на восемь. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пам-пам. Молодцы. Слушайте, я просто вами горжусь. Сделаем то же самое под музыку. Я все буду показывать. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, продолжаем. Облака на юг, пальмы над головою веяли, как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла, словно воск в руках моих. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают. Пять, шесть, семь. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Переплетались тени женщин и их мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я: завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают. Пять, шесть, семь. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Где же ты, где? Только блин.